Большие торжества сегодня в одном из духовных центров православия – Троице Сергиевой Лавре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в монастыре, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского, день памяти которого отмечают сегодня. По преданию, именно этот святой предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле, а затем способствовал объединению русских земель. В Рязани, где 630 лет назад отец Сергий помирил местного князя Олега с Дмитрием Донским, сегодня открыли памятник святому. Он создан в рамках проекта «Аллея российской славы» при поддержке Российского военно-исторического общества. Монумент установили в самом центре города, у стен Рязанского Кремля.